Президент Беларуси собрал совещание с руководством Совета министров. На повестке экономика и вопросы национальной безопасности, а также союзное государство, предприятия, банкроты, корректировка некоторых полномочий правительства. Беларусь и Египет обсудили возможности роста взаимного оборота товаров и услуг. Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества, коснулись и сферы инноваций. Акцент на укрепление деловых связей, создание совместных предприятий и поставки продукции на рынки других стран Африки. В Могилевской области почти 12 тысяч первоклассников пойдут в школу 1 сентября. В регионе действует почти 350 учреждений общего среднего образования. Из них 83% получили сертификаты готовности. Остальным подпишут до 18 августа. К слову, в Приднепровском крае около 470 молодых педагогов приступят к работе уже на этой неделе. В Беларуси за первое полугодие рост пассажирооборота на авиарейсах прибавил на треть по сравнению с таким же периодом 2020-го. В настоящее время сделан акцент на привлечение новых компаний и возмещение полетов, которые были потеряны на европейском направлении. В Бобруйске курсанты института МВД раскрыли преступление. В милицию поступило сообщение о краже рюкзака с акустической колонкой у подростка. В ходе расследования практиканты вышли на след охотника за чужим добром. Мужчину задержали. Безработный местный житель планировал продать вещи. Их изъяли и вернули владельцу.